Опора и движение. Без них немыслима полноценная жизнь. К факторам нарушения работы опорно-двигательной системы относятся естественные процессы износа хрящевой ткани, малоподвижный образ жизни, сидячая работа, чрезмерные динамические нагрузки, травмы, а также лишний вес, вредные привычки, плохая экология, стрессы и некачественное питание. Нейтрализовать их воздействие поможет комплексный подход, коррекция рациона питания, налаживание водного баланса в организме и применение хондропротекторов, базовых составляющих хряща. Именно хондропротекторы – особый компонент в составе системного продукта – питьевого геля Aloe Vera Active Freedom, основу которого составляет чистый гель Aloe Vera. Если вы хотите поддержать свою костную систему и мышечный каркас, этот вкусный гель для вас! Кроме алоэ веры и хондропротекторов, в него входит гидролизат коллагена. Из молекул коллагена формируются коллагеновые фибриллы и волокна, которые обеспечивают поддержание формы и объема суставного хряща, а также оказывают сопротивление деформирующим силам, которые на него воздействуют. Но и для красоты кожи коллаген жизненно необходим. 30 мл 3 раза в день перед едой – это ваша опора в системном подходе к здоровому образу жизни.